тут. Мои пацаны тут ураганят. Так как кого мы ураганим вообще? Моего застройщика пока не это самое. О, вон он. Надо вот этого валить. А, не, он станцию валит. Да хер с ней. Вот этого пацаны валят. Ну чё ты пока как-то не очень его. Гоняет, гоняет его. Но толку как-то маловато будет. Так, минус турель. Минус турель. Так, что ему еще сломать? Где еще по бокам турель у него, да? Вот у нас ураганит. Мелкая хренатень. Всё. Щит сниму около нее. Ты еще, да? Надо выйти на позицию. Чё такой большой и сильный полетел, думаешь, все нормально тут будет, да? А вот хрен тебе. Так, у него еще на носу надо завалить турели. Где они? А, ему сломали их. Те пацаны тут чисто по щитам ему работают. Ага, что-то рискнулось. Ломай, ломай. Так, я вижу, там что-то вращалось у него. Главное не просрать пока что-нибудь. Пацаны пока ураганят. А где мой застройщик? Застройщик цел? Цел. От застройщика главное удар отвел. Это уже нормально. Так, чё там? Пегас снова. Нового агресса. Ты где? Чё тут вообще делаешь? Непонятно, что он тут делает. Так. Так, удалите приказы. Защищать. Защищать. Так, Нова, Пегас. Пегас, Пегас, Сокол, защитник. Удалите приказы. Так, защищать. Там какой-то исследователь должен был полететь на торговую станцию. И купить. А, вот он. Каюк. Удалите приказы. Блин, удалите приказы. Апгрейд, ремонт. Так, давайте минус летопыт. На следопыт и лазерные башни добавить, твердить. Так, все, ждем. Все, остальные пускай летают. Так, пацана, продолжаем ураганить. Главное ему сейчас щиты снять. 8%. Не, можно было бы реально атаковать мою цель. То есть, чтобы все атаковали ту цель, на которую я навелся. Бы. Прикольно было. И вы смотрите, турель появилась. Ну тоже. Турельки. Ща хана щитам. Отлично, все, щитов нету. Добиваем этого.
Следующий щит. Хорошо купил боевых кораблей. Ну и все, теперь этого говнаря. Ой, блин. Пошел это самое. Под этот самый. Под удар подставляйтесь. Че у нас на поле боя? Какой-то ад творится, конечно. Ну, пацаны достраивают, это хорошо. Так, этого отвели. Ты ладди, или ты защитник? Бега защитник. Нормально держится. Так, пацаны этого валят. Фух, блин, вот это жесть. Вот это просто лютая жесть происходит какая-то, пацаны. Я вообще в шоке. Просто в шоке. Четыре? Раз, два, три, четыре, пять. Пять эсминцев влетело. Просто один из которых просто элитный какой-то эсминец. Я такого даже не видел еще. И я на своей мелкоте пытаюсь тут что-то сделать. Это вообще... Это дичь. Нужно, чтобы моя станция защитная заработала. Тогда нормально будет. Это считайте, на станции там, не знаю, по 20... Ну, плюс 20 плюс-минус турели будет. Это считайте, 20 плюс-минус кораблей уже. То есть, если она начнет бомбить, то это вообще норм будет. Сколько у него? 41%. Давайте. Ксенонский эсминец. Потрошите. Что странно, я почему-то ни разу не смог это выбить ему это движки. А, у тебя можно, кстати. Движок же выбиваете или кошку? Да, движок. А, движок, наверное, не мог выбить, потому что это... Слишком крутой был. Ну, кстати, из плазмы сейчас пострелял, когда я за этим... как его? На своем... Ну, не эсминце, а что-то на боевом корабле. Хотя нет, да, на своем эсминце. Это же эсминец, по-моему, был. Вот, плазма такая неплохая штука оказалась. ПМ-пушки уносила неплохо. Но она и квалифицируется по этих больших кораблей. Этих мелкоты и плазма не очень-то. Чем движок выбью. Чтобы он не смог вращаться. Пацаны уже его добьют. А, его добили. Или нет? Сейчас, значит, добьют. Хорош. Минус ксенонский эсминец. Так, я думаю, знаете, что надо? Надо сохраниться. По-любому. Фу, потому что такая дичь. Это дичь. Да, ты лади такие макаем, станцию не скоро починят. Ты что тут еще летаешь, мелкота позорная? Блин, уйди. Противный. Так, что у нас пацаны тут еще делают? К нашему этому звено давайте. К этому подлетает вот этот хер. Атаковать. Звено два распотрошили, пацаны. У меня не осталось войск. А, не, нормально. Фу, я испугался. Я думал, звено два полностью распотрошили. Атаковать. Так, не, давайте вот так удалить все приказы. Атаковать. Так, что еще есть у меня? Минотавр-агрессор. Вот она. Так. Атаковаться есть. Минотавр-агрессор. И что еще есть? Из новых есть что-нибудь, не? Так, где-то каюк должен быть с этими турелями. Он закупился. И он уже назад полетел. Вот он. Так, информация. А там еще что-то. Хранилище. Не, нифига. Блин. Да давайте, да, знаете что?
Нас каюки не могут. Исследователя, блин, вставил. Апгрейд ремонт. Спутники связи нахрен. Ракету вон оставим. Так. Лазерные башни и мина свой чужой. Давайте. Подтвердить. Так, это что я послал? Какой-то исследователь агресса. Все полегче будет биться. Так, пацаны, на кого полетели там сейчас? На вот этого. Включить наведение на объект. Ну что, поехали его гнобить. О, у него же щита нету, прикиньте. Ну, точнее, не то, что нету, немножко есть уже. Но, тем не менее, он не очень. Их все защитник. Дай фиг с ним. Его проблемы разберется, если не дурак. Не могу навестись на турельку. Почему? О. А, нежданчик полетел, да? Ну и чё, ты сейчас по мне будешь стрелять, да? Всё, нежданчик готов. Сейчас мы вот тут так вот зайдем. Чё тут у вас, пацаны, еще есть? Так, ему нижние турели выбили. Ну, надо передние турели посмотреть. Слушайте, ему... Я хотел сказать, турели выбили. Что стрелять? Ты за лупень стреляешь по мне. Вот так вот. Все. Отстрелял-то свое. Ну, все равно что-то еще стреляет. Не пойму что. Не пойму что. Что-то стреляет. Минуснул, не глядя турельку. Стрелять, обстрелять. Ладно. По счетам. Чтобы не устанавливались. Фига, защитник. Так, а где этот самый Минотавр? Сейчас подлетит уже. Вот сейчас можно на нем будет пораганить. О, сорока агресса. Меркурий пошли строиться. Так, исследователь. И сейчас поставлю лазерные башни. Пофиг, миллион потрачу. Миллион туда, миллион сюда. И так корабли дохнут. По 2 миллиона. Да, из-за этого доход стал. Ну ладно, это интересней. Давайте, пацаны, вальнем второй корабль. А ему, кстати, движок один выбили. Тут он стоит на месте. Все, считай, одного лишился. Сейчас и второй идет. И второго лишился. Лошара. Так, а там это, на меня не нападает? Я что-то остановился. Нормально, пускай там и стоит. Так, мой. Минотавр. Телепортироваться.
Это Минотавр? Это не Минотавр, нифига. Ну, хотя да, Минотавр. Так, уступи бате место. Так, вот это надо как-то пролететь. И он нахрен не всрался. Ну, он курс взял на этот, да? А где мои пацаны лупят этого? Алло. Включить наведение на объект. Нихрена себе у него тут. Так, ну там еще раз, два, три. И там четыре, еще четыре этих самых говнаря. У него еще какая-то есть пушка. Или нет? Чё-то как-то Минотавр сдулся, ага. Давайте, пацаны, сейчас я пушку. Чё стреляло? Посмотрю, как тут вообще идет-то. Нифига себе там полетело. Вот это в него пошли. Кстати, Минотавр вообще отжигает. Со всех стволов. Да, неплохой эсминец, неплохой. Хорош. У него много дополнительных стволов. Боевых мало, как чем у Немезиды. Но дополнительных стволов у него очень неплохо. Так, летит. Так, 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 звено, звено 2. Атаковать. 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 У нас еще есть что-нибудь? Конюк-агрессор. Атаковать. Сорока-агрессор. А, нет, не надо. Конюк-исследователи. Так, вот, ты закупился? Информация. Да. Есть такое дело. Раз пошли на дело, выпить захотелось. Так, полетели пацаны этого чувака гнобить. Так, а мы пока что военные. Минус вы чужой. Военные. Лазерная башня. Военные, лазерная башня. Военные, лазерная башня. Ща, ща, ща. Военные, минус вы чужой.
обороняемся как можем. Это, да-да-да, это были тяжелые времена. Мы оборонялись как могли. Мина свой чужой. Ну все. Все, что смог извернуть. Поехали. А это этот крутой, который... Да-да-да, это крутой, который... Эсминец. Ни хрена себе! Он не попасться сейчас ему под огонь. Блин, выйдите вы из этого из зоны. Или это агрессор уничтожен был. Мне нужно как-то подлететь, чтобы не попасться ему под этот. Бля, не по своему же. Да бля. Ж я по своим. Так, во-во. Я почти подлетел. Да бля, выделись-то. Ай-я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 й. Это я зря полетел. Так, я снова в бою. Так, что там исследователь-то закупился? Родной, родной, ты мне нужен, просто как не знаю кто. О, отлично, есть. Давайте. Идешь сюда, сейчас будешь разворачивать. Тут еще к ним подкрепление подлетает. Так, военные, лазерная башня. Лазерная башня. Военный, мина свой чужой. Военный, лазерная башня. Так, давай, давай, давай. Военная лазерная башня. Мина свой чужой. Свой чужой. Так, ну вот так вот. Чё, тут нормально все? Так, нужно это добить. А куда это делся, эсминец их не крутой? А, вон он там. Там его отвлекает пока что. Надо вот этот эсминец добивать. Так, включить наведение на объект. Прилетел. Иду, пацаны, на подмогу. Че они там запилились? Понеслась. Вот так вот. Обстреливаем, пацаны.
вражеский эсминец. Чё там, турель свою разил, да? Неплохо прессует. Да, отъеду-то. Слушайте, у них турель вообще какая-то дикая. Моему эсминцу щиты сняла просто в лёд. Все, я нахрен отберу. Все турели у него задействованы. Я хочу это посмотреть. Да, нет, слушайте, неплохо он, конечно, шмаляет. Там этот, чё? О, блин! Башенки-то развернулись. Сейчас этого завалю. И можешь сразу к тому переходить. Давайте. Ты, Влади, мне должны просто, не знаю, как не в себя забашлять. Буду издалека обстреливать. А, кстати, я же хотел, что сохранит. Да, я бы подлетел к нему поближе, но боюсь, это чревато. А где мой исследователь? Лазерная башня. Следователь. А чё каюк-то? А, ну да, давай тебе так, все атакуем этого. Атаковать. Каюк. Перемес. Так, пацаны, вы чё? Атаковать. Так, а тут должен стыковаться пустяковые корабли. А не, нет. Тут еще летает. Где-то еще должен исследователь летать. Блин, я бы подлетел, если бы ему турели, я хотя половину снесли. Я бы уже мог. Во все стволы его. Блин. Уничтожил еще корабль мой один. Лазерные башни, мины, лазерные башни, нормально. Мне нужен мой исследователь, чтобы он поближе поставил лазерные башни. Нового агрессора, чё? Атаковать. Так, Меркурий, лазерные башни. Вот исследователь. Каюк. Информация. А, ну вот он и есть. Давайте сюда. Военные. Лазерная башня. Военные. Лазерная башня. Военные. Лазерная башня.
Лазерная башня. Давайте его окружаю лазерными башнями. Мина свой чужой. Военная лазерная башня. Так, ну и все. А, нет, тут еще кто-то летит, да? Давайте. Стыковаться. Ну вот так вот. Такое ощущение, что ему снимали уже сколько-то стволов. А, нет. Если я подлечу слишком близко, то у меня с этих стволов завалит. Блин, как бы навестись бы на нужное. Блин, чтобы издалека по стволам ему шмалять. Хит наведение на объект. Бардаш. Не, ну плазма нормально так ему щемит. Да, еще турелями бы воспользоваться. Было совсем идеально. Фу, ну пока держусь. Это хорошо. Так, исследователь. Конюк. Лазерных башен. Меркурий сделали, нахер не нужны. Новый агрессор атакован. Да. Цените аппарат какой. Прилетел тут, понимаешь, меня аж гнобить. Так, это я зря подлетел так близко. Мелким маневренным намного проще в этом плане. Внизу куча турелей. Лучше не подставляться лишний раз. Гляньте, у него турели там отрабатывают. Ты такой просто так не завалить. Даже на моем корабле. Вернес. Все корабли уже это самое. Все свои задания выполнили. Так, Меркурий. Да, еще парочку боевых. Не по своему же. Сейчас, может, ему щиты сниму. Может, полегче будет. Пацанчик залетел. Вид со стороны. Лазерные башни его валят. А, не, эти самые. Пацаны его валят. Блин, я бы, конечно, этого пацана залетел бы ему и вальнул, но... Пока что никак. Блин, моего сейчас может завалить. А, его щит нормально.
Главное, чтобы он не развернулся. Знаете, я сохранюсь. Быстрое сохранение и попробую все-таки в него влететь. Дать ему просраться. Да, да. Плазма пошла. По тапкам, пацаны. Еще по тапкам. Так, 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 прилетает, прилетает. Ну, немного плазмы я ему всадил. Блин, 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 не, 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 нифига. Уходим, уходим. Маневрируем. Опа. Или ты агрессор? Уничтожен. Блин, он еще один мой корабль уничтожил, падла. Шайтаном она. Так у меня корабли не останется. Сейчас щиты восстановятся, можно еще на заход. Скорее бы это закончилось, да, это, пацаны, не закончится. Он хочет на меня развернуться или чё? Не видим, честно, щиты. Убивайте ему последние турели, пацаны. И все, я зайду. Сокол-защитник был уничтожен. Корабли теряем. Понеслась. Ни хрена себе у него там. У него справа и слева, вы видели, сколько стоит пушек? Уходим. У него там справа и слева просто жесть турелей. Как так, как такого завалить, даже не представляю. Опа, 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 опа. Выходим из-под огня. Чуть не это самое не положил, падла. Он походу всех отзывать и это самое, а вести его опять к этим самым вышкам. Удалить все приказы. Лететь. Заманиваем их сюда. Хорош. То я так не выживу ни хрена. Где эта тварина? Он. Или это не он? Нет, не он. Ближайший. Вот он.
Буду ему щиты снимать потихоньку. А кто там еще возле него летает мой какой-то? Кто такой? Больной, что ли? Удалить все приказы, я сказал. Лететь сюда. Атаковать. Атаковать. Там турели, там они как раз пойдет. Атаковать. А я пока буду потихоньку этого. Блин, нифига себе, у него восстанавливаются щиты. Как только напор сняли, так все. Это не варик. Уходим. Так, какого там пацаны пошли атаковать? Вот этого. Включить наведение на объект. Давайте, давайте. Сейчас его распотрошим нахрен. Плазмы. Вот так вот. Вот такой вот залп нормально. Зашел и сразу его гнобить. Ну и что ты хочешь мне показать. Надо все вынести, чтобы мне вот, не знаю, подмога пришла. Бля, не потому. Да, сейчас отъедет уже. Что-то мне сдается. Ему сейчас будет не очень. Блин, тут все урага. О, тут уже пошел на моих пацанов. Так, а это кто, подача, атакует его? Вот этот эсминец. Хух-хух-хух-хух. Атаковать. Не, давайте удалить все приказы. Атаковать. Надо его отвлечь. Что такое? Атаковать. Нормально. Так, а у меня еще этот есть. Исследователь, да? Давайте подлетим вообще вплотную к этому. Военный развернуть. Лазерная башня.
Черная башня. Чё там такое? Чё-то мне полетает жестко. Это этот большой пыль. А, не, небольшой, слушайте. Это мелкий. Давайте с плазмы его хомячим. Блин, нет! Черт, блядь. На этом, друзья, все. Не забывайте подписаться на наш канал, поставить обязательно лайк под видео, ну и зайдите на наш сайт, посмотрите, что там интересного. Может, что-нибудь понравится. Ох, интересное видео, конечно, получилось. Полетел какой-то жесткий ксенонский эсминец, которого я даже не знаю, как пронять. Несколько раз отъезжал. Блин, даже не представляю, как его убить, если честно. Вообще вот нет представления. Ну, в любом случае, его нужно будет уничтожить, пытаться, еще раз пытаться. Надо его, я думаю, подманить к станции и уничтожить. Ну как, он не хочет лететь? В этом проблема. Ну и посмотрели, естественно, что ксенонские эсминцы уничтожаются легко, довольно-таки с новых кораблей. Так что я думаю, я продолжу свою защитную операцию. Вот, а на этом все. Всем пока и до новых встреч.